Сегодня Красноармейский район с рабочим визитом посетила депутат Государственной Думы Алена Аршинова. Народная избранница побывала в детском саду, общеобразовательной школе и сельском доме спорта. Подробнее в сюжете. Детско-юношеская спортивная школа в Красноармейском появилась 27 лет назад. Сейчас именно здесь тренируются воспитанники клуба «Вольник». За последние годы ребята добились весомых результатов. Они занимают первые места не только на республиканских, но и на всероссийских соревнованиях. В этих же стенах проводят районные турниры по вольной борьбе. Правда, здание дома спортивной школы уже старое. Здесь протекает крыша и трескаются стены. В ближайшее время его планируют снести, чтобы возвести здесь универсальный комплекс. Цена вопроса – 20 миллионов рублей. Возможно, средства выделят по федеральной программе. В районной администрации уже начали готовить необходимые документы. Сейчас уже и по линии Минспорта Чувашии приходят письма. Малобюджетные спортивные сооружения до 25 миллионов или до 100 миллионов, они имеют приоритетное такое значение. И мы как раз под эту программу хотим подготовить необходимые документы. Я думаю, что мы апрель-май решаем по проектно-сметной документации, плюс прохождение государственной экспертизы и представление уже в профильное министерство. Во-первых, здесь такой коллектив преподавателей и педагогов, которые занимаются, и мы видим сегодня показательные выступления. Конечно, это готовые уже десантники на самом деле, а не просто секция, поэтому, конечно, нужно помогать. В селе Красноармейское Алена Аршинова возложила цветы к монументу воинам-освободителям. 2 года назад в центре села были установлены новые военные постаменты. К примеру, удалось восстановить и перевести сюда самоходную пушку ЗИС. Накануне Дня Победы в районе благоустроили все памятники. Депутат отметила, что это необходимо делать во всех муниципалитетах. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.